Так, и в завершении нашего концерта сейчас большой ансамбль пианиста Влада Дубровина, который называется «Bingo Paprika». Достаточно популярный ансамбль, но для того, чтобы они вышли на сцену и исполнили что-либо, им нужен небольшой технический перерыв. Так что наберите терпение, не пожалеете. Сегодня в составе Альберт Саберзянов, альт-саксофон. Алексей Минеев, тенор-саксофон. Артем Айвазян, труба. Григорий Доброновский, тромбон и аксессуары. Денис Сазонов, гитара. Святослав Шиховцов играет на бас-гитаре. Дмитрий Власенко с нами сегодня на барабанах. Меня зовут Владислав Дубровин, и мы сейчас начнем. Мы сыграем композицию, которая называется «Урбан джаз», «Городской джаз». Thank you.
Спасибо.